В норме должно быть все – столовые, кабинеты, освещение, водоснабжение. Приемка школ к новому учебному году началась в областной столице, причем заметно раньше обычного. Как школы подготовились к 1 сентября, расскажет Мария Поздеева. Пробирочная машина, затем духовой шкаф, пироги, где пекутся, плита. На школьной кухне все должно быть на отлично. Исправные холодильники, варочные поверхности, духовые шкафы. В обязательном порядке вытяжка и бактерицидные лампы. На работу столовой комиссия обращает особое внимание. Расстановка оборудования, работа оборудования, водоснабжение, канализация, обеспеченность ним инвентарем. Все мы это смотрим. В специальную комиссию, которая проверяет готовность школ к учебному году, входят не только специалисты управления образования администрации города, но и представители всех надзорных органов. Сотрудники МЧС исследуют систему освещения и эвакуационные выходы. Инспекторы ГИБДД контролируют, как проводится работа по безопасности дорожного движения. Прежде всего мы обращаем внимание, как, значит, организовано оформление в школе уголков безопасности. То есть какая информация там присутствует. Прежде всего эта информация должна быть для детей. То есть там должна быть размещена схема безопасного маршрута в школу. 11-ю школу в Вологде приняли без существенных замечаний. Здесь каждое лето идут ремонтные работы. В прошлом году частично заменили окна. В этом году сделали косметический ремонт. На первом, втором, третьем этаже подкрашивали плинтуса, где-то подкрашивали стены, в кабинетах подкрашивали парты и стены. Доскональная проверка идет и в 13-й городской школе. Спортивный зал соответствует всем требованиям, имеется весь необходимый инвентарь, укомплектована лыжная база. Учебные классы оснащены современным оборудованием, а в медицинском кабинете год назад появился инновационный прибор, в динамике показывающий состояние школьника. Оборудование для наблюдения за здоровьем ребенка. То есть рост, вес, динамометр мы можем наблюдать в течение того времени, когда ребенок находится в школе. Работать проще, потому что это все быстро, меньше времени требуется для обследования ребенка. В этом году приемка школ в Вологде началась раньше обычного. Объясняется это новыми требованиями. Сейчас образовательные учреждения в режиме полной готовности должны быть в течение всего года, даже летом. К тому же в школах ожидается вторая волна ЕГЭ. За два дня предыдущих мы проверили 25 образовательных учреждений. Только 9 образовательных учреждений у нас приняты с незначительными замечаниями, но все учреждения готовы к новому учебному году, и комиссия дала положительный акт, то есть разрешение на их работу с 1 сентября. Всего в Вологде 42 общеобразовательные школы. Главное условие их работы в новом учебном году – положительное заключение проверяющей комиссии. Большинство учреждений уже проверены. Часть из них примут в августе. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.